ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. С таким девизом семья Калиновских дошла до финала городского конкурса «Мама, папа, я. Спортивная семья». Юлия и Дмитрий участвуют в спортивном соревновании четвертый раз. 2 года со старшим сыном Владиславом, а сейчас с младшим Дмитрием. Самое важное для Калиновских – не победа, а эмоции, которые они получают все вместе. Соревнования просто-напросто. Когда хорошо идешь в паре с конкурентами. И как раз... Когда обходишь, например, там те же лыжи, когда ты бежишь эти доли секунды, ты впереди, и прям какая-то радость, такое облегчение. За звание победителей в финальном этапе конкурса боролись 17 семей из 9 районов Самары. Команды были представлены в 2 возрастных категориях – с детьми от 7 до 9 лет и от 10 до 12. В программу соревнований входило 10 станций – гладиаторский бой, футбольный дартс, беличье колесо, баскетбольный тир и не только. Что нужно семьям? Это такое единение, это сплоченность, это умение... не расклеиваться, совместными усилиями продвигаться вперед. Победители получили кубки, медали, дипломы и подарки. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.